Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей игры за Кри в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Кроме того, напомню, что спонсоры видят все серии сразу во вкладке сообщества. Приятного вам продолжения просмотра. Приедет ко мне тут. Ну, я и Турок уже обращены. Осталось, собственно, Индонезия и Финикия. Ну, так объявляйте войну. Бля, у нас 5 религий, что никто ничего не может нанять этих? Инквизиторов? Я не могу. У меня нету религии. Я не основал религию. У меня есть религия, но у меня нет ни одного города. Я не успел. Ну, значит, японец красавчик. Просто я увидел у турка ислам увидел, я сразу пошел его на корню срубил в кронт. Ну так, с прицелом на будущее. Я вообще не планировал в религии. А сикхизм у кого был? Что-что? Сикхизм, это чья религия? Испанца. А-а-а. Короче, всех, кого убили, у того была религия. А ты можешь финикийц в Валидолиде каких-нибудь нанять пророков там? Мне... А, в Валидолид не могу, там нет места. А этот святой город мне уже обратить. Ну, индонезиец, ты же в войне, да, с турком? Ой, с японцем. С японцем. Да, да. Я буду давить его. Я вон вижу этого кордовы. По периметру эти стоят охрана. Я просто на три фронта не успеваю, и там можно сделать. Да. О, одно очко осталось, да? Да, и два хода, отлично. Так, ну это компьютер предлагал, поэтому я отклоню сделку. Военную науку открыли. Создадим реликвию. Уже недовольства никакого нету. Буря. Буря недалеко. Буря очень недалеко. Археологический музей. Он взял тупую прокачку на апостола прокачки. Обращение варваров. А вон еще алюминий. Пока до него не дотягиваюсь, правда. Тут, кстати, кучу всего отремонтировать надо. Опять убежал. Да я просто по разным городам раскидал рубежи, но нас не помало обратить всем другие. А чё у него хоть там за религия? Да фигня. Да.
Ты апостола около Кордовы убил? Нет, он обратил Кордову. Я же говорю, я не успеваю в начале хода. Кордова в сексизме. А, точно, в сексизме. В сексизме. Религия, сексизм. Нормально. Так. Сейчас надо какое-то одно очко все-таки где-то получить. А, я терракотку поставил. Ты за кликер от бога. Ой-ой-ой, танчики. Вербовка партизан. А есть у фей... Я просто фейки хочу как раз вербовку партизан делать, потом к нему прибыть. У него нету пригородов. Тогда нейтрализация губернатора. Хотя тоже такое. Ладно, диверсия на производстве. Аэропорт. Пока еще бомбардировщики делаю. Да. Проникли сам. Да ну, я понял сам. Раз радикальные меняшки. Я просто заменил Инвиктуса, он постоянно берет веру от религиозных мест и защитников. О, Хатуса. Да надеюсь, если то, что сожжешь пару городов в Финикии, мне будет проще победить. Будет сделано, шеф. Как ты самого инвизийца того? Так, здесь мы работаем. Сколько у меня еще союз с Финикией? Тринадцать ходов. Так, а что это? Что мне будет? Две угольных электро... Так, одну надо купить сейчас, и артефакт надо добыть. Блин, еще и ураган прилетел. Тут я археологический музей где-то построил. Мои сиси убил. Фу, я вышел героически. Я что-то забыл. А, ну да, все, я все сделал нормально. Так, и к оружию. Отлично. Археологический. Так, тут покупаем археолога. Две угольных электростанции. Здесь покупаем угольную. Ускоряем переработку. Здесь артефакт надо добыть, но это следующим ходом. И три армии или армады. А, это вообще реально?
турок, ты все никак не умешься. Мне было честно интересно, сколько даст Дангар. Дал 50 монет, ни о чем вообще. А, я не буду эти армии армады делать. Какое-то пастбище 250 монет. А да. Целый ангар. Самолетик 50. Броненосцем уплывешь своим? Ты сейчас меня спрашиваешь? Он где-то на автомате, ты мне скажешь, где он? Лавальедали. Уходит под воду, ребят. Это больно смотреть. Уплыл. Низкий тебе поклон. Соло, где ты что еще починил? Куда я могу приплыть по драйве? Я не знаю даже. Блин, а что не строить? Или я не открыл? А, просто город. Ваншот. Так, давайте мы плотину откроем. Причем корпус не одинокий. Блин, я не открыл-то плотины, сижу, что-то. Говорю о том, что мне тут. Не, ну самолет, они, конечно, перебав. Блин, да вот из-за плотины я не могу тебя заплатить. Плотины везде строятся. Я бы так уже танки апнул, поехал. Почему так долго плотины строятся, не понимаю. Ну чем больше затопленных, тем больше ловится. Скидка на постройку. Запретим угольные электростанции. Так, дипломатическая. Я за тебя голосую. В торговой политике нужны караван. Окей. Я, кстати, тоже, правда, не знаю зачем. Окей, спасибо. 50. 50 голды каждый ход с тебя. Все караваны финикии ко мне ходят. Но если я им объявлю войну, то он, конечно, упадет. Но мне важно, чтобы они бодались. Надо подводную лодку убить. Скидка на угольную электростанцию. Ко мне караваны. Два дипломатических очка. Японцы. Сколько там еще японца? Да, я вряд ли мог. А, это потому что Дона тут. Не, вот три очка, не. Вряд ли. Двигатель внутреннего сгорания. Проверил все города, что не строится. Плотины и решил, что все зашибись. Все равно плотины нигде не строятся. Странно. Планом атакуют, я не могу поймать. Да блин, вот десятый. Почему я никак не могу открыть? В чем дело? Что не так с компьютерами этими? У кого не нефти нет. Так, скидка на апгрейд.
эсминец. Ты идешь меня убивать? Ты что, всего один источник нефти? Здорово. Ну, он мне не нужен, в принципе. Меня вот уран волнует. Так, пока я отложу. Что я думаю, все-таки плотинки построить. Заметилось. Смотрю, что по религии. Блин, может мне какую-то религию где-нибудь сделать? Где я могу построить район? Пить пророка и основать религию. Так, а где у меня еще были? Археологический где-то еще был. Театр археологический. Так, тут я купил. Художественный. Художественный. Что, больше нету нигде археологических, что ли? Один всего лишь археологический. Господи, опять тут со своими грабителями. Тут художественный, да? Блин, ну тут надо... Не добил меня. А, вот археологический достраивается. А, плыл, я понял. Плыл, не доплыл. Ну, тут плотина 5 ходов. Ну, я отжал те города, которые нужны. Зачем они тебе нужны? 32, нет, можно не так строить. Для общего, стратегический я не буду строить, короче. Зря там нету стратегических ресурсов. Ой, ладно, селитра одна. Селитра, видишь, я очень помогла. Учитывая, что ты отжимал ее подлодками и броненосцами, да. Прямо это была цель твоя. Нормально, у меня дофига религии. Сейчас попробуем. Понял, а что ты не пытался Ереван отжать? Освободить. Я не люблю воев. Там варвары его чуть не отжали. Точнее, они сначала начали его захватить. В количестве 5 или 6 или 7 по дверям. Даже потом все... бегали еще, пытались его грабить. А почему нельзя больше религии основать? Потому что там выходишь, когда в какую-то эру. По-моему, в новое время это все уже. Как у меня с японцем союз. 9 ходов. Да глянь ты какой. У него же караванов-то пограбил.
Да, ну прям нельзя на индонезийца нападать. Он единственный, кто защищает карту от победы религии. Так. Как неудобно, торговец. Шпион. Шпион. Бразильский артефакт. Музыканта. Что мы тут построим? Промышленную зону. Тупо не успеваю опять. Что по очкам? Ну, тут пока я впереди, но и японец неплох. Мне бы, конечно, может его пойти захватить, а не... кстати, а может его пойти захватить, а не... ...150 мирового влияния получил. Вот так просто дал японцу 100 золотых и получил... победу в просьбе о помощи. Я так же самое. Дидо не дал денег, никто не захотел ему давать. Ну что, с победой тогда? Расходимся, нет? В смысле с победой? Не, ну там 150 очков дипломатического влияния все-таки. В смысле? Нефти нет, что ли? Господи, как ты запарил меня? Это просто... у кого какая игра? Кто-то развивается, кто-то просто... сидит торговый. Что я могу сделать? У меня нету ничего. У меня стоят все университеты. Все стоит. Половина уже утонула. Что мне еще делать? Сейчас грабить караваны. Это самое... Я граблю караваны, да. А где? Я денежный мешок. А, вот авиан. Два года ждала ты. Да. Алексей, предложение. Покупаем археолога. Что, кто-нибудь дипломатия вообще побеждал, нет? Да это невозможно. То есть это реально невозможно. Слишком долго. Like some magistrate. Так, подождите, на чем у меня диверсия на производстве? Давайте к японцу.
Это некуда. Соло, понимаешь, что даже уже у варваров подводный лод. У меня до сих пор катер и кровавый лод. Отец. А, да, и урана у меня тоже нет. Да уран забей. Он вообще не появляется. Не понял, а кто в ногое снял стену всю? Вулкан. Это тонкий намёк. Сейчас мы узнаем уран. Наличие урана. Наличие отсутствия. Боже, как тут все в этих... У меня только Педру и Халецки. Даже варваров нету никаких. Турок, это ты мне предложение такое кидал, или это компьютер? Я не знал ничего. А, это значит комнате что? Так, комп кидал. Я тебя там предложил, посмотри. Данис, а чё мы воюем? Да ну, что просто что еще делать? Я уже не вижу своей победы. Буду воевать просто. А, с японцем тогда да. А, так ты отдаешь победу японцу? Почему даю победу японцу? Ну, осталось только тебя обратить. Ну, я с ним просто заключил мир. Я же не подписал дружбу. Ну, 10 ходов ты ему не можешь войну объявить. Ну, пусть плывет, значит. Ну, я просто предлагаю тогда не тратить время. Артист с победой. Да, он не приплывет, не успеет. Почему он не приплывет и не успеет? В смысле, я имею право объявить ему войну. Как ты ему можешь объявить войну, заключив мир? Сейчас проверим. Ну, ты после заключения мира в течение 10 ходов нельзя объявить войну. Ты чё? По-моему, нет. Да, вот так соло на ровном месте просто. Осудить. Через 5 ходов могу объявить. Ну хорошо, 5 ходов. Господи, тут все уже финикийц приплыл. Я что-то сомневаюсь, я думаю, что японец успеет обратить. Ну это... Я зря священные места, я не могу уже эти религию основать, к сожалению.
все это так. Ну, давайте попробуем авианосцы. Блин, ну просто топчик за сегодня игры — это турок просто. Болею за тебя. Надо грабить корованы. Я не знаю, что мне здесь надо делать было, ну честно. Надо было контролировать рандом. Учиться. Сорян, вот контролировать рандом не умею, к сожалению. Варгейм, не знаю, ты... там это больная тема, когда на кубиках выкинуть мат ожидания, а она не кидается. Ну, учись, учись, все еще впереди. Так я вот не понимаю, раз у японцев там, ну, так все хорошо с новой религией, чего вы на него не нападете? Ну, у меня с ним я еще союз. Я на него шел нападать. И я как бы, ну, я решил, что я, у меня нету религии в игре. То есть это, типа, не моя проблема вроде как. Я на него шел нападать. В тот момент, когда я к нему плыл, вот только я к нему подплыл, в этот же момент ты мне объявил войну. Слушай, я не могу понять, а что ты на него пошел туда нападать? Ну, потому что я думал, что ты будешь турка забирать, а я заберу японца в этот момент. А как ты города бы удерживал? Чьи, японские? Талицу перенес бы туда и все. А, ты ж... Так нельзя же переносить захваченный город. Это я не знал, если честно. Я думал, можно. Вот логично было бы Лёшу захватить, я понял. В смысле? У Лёши нормально все было по войскам, как его захват? У японца там отставал, я его шел захватывать. Тем более я смотрел, он там по религии неплохо шел. У него там в тот момент было трое обращено. А, нет, там еще бразилец был, четверо там, короче, было обращено. Я на него шел. А тут ты на меня напал в этот момент. Но мне пришлось разворачивать войска, пока они 20 лет возвращались, ты мне город снес. Господи. Так он утонул или что? Даже кто не капер? Я его отошел. Они же не тратят ничего на этот, на грабеж. Так я понял. Просто я смотрю, что у меня эта клетка утонула, как с нее 90 монет получил. Не, почему 90 монет? То на луки с рудника. А, с селитры ты получил. Я думал, рядышком клеточку. Утонула, которая... Блин, я не знаю, финикийцы, за тебя тут просто... У меня полкарты ушло под воду. Ну, ничего бы было со мной воевать. Я бы, может, я смог... Не стал топить землю. Минус два. Варварные эсминцы приплыли к Мадриду. Это каталонцы, наверное. Ну вон, Барселона отваливается почти. Я уже не знаю, что тут делать. Строить что. Надо японца захватывать и уберем проблему религиозной победы и очки получим. Да его даже апостолов нет здесь. Я не могу на японца не идти. У него алюминий. Там бомбардировщики.
У меня деревянные каравеллы. У японцев, у него уже апостолы, мне кажется, очень дорогие. Там, может, по 500 они стоят, по 400. Да, здорово, но только все города обращены в его веру. То есть он может уже даже не делать послов, просто, ну, вот посмотри. А единственный, кто не обращен, это индонезиец из нас, оставшихся. У него в Тубане, в Джакарте есть этот религия. Она не давит, она не давит. Там Палембанг через 72 хода обратится. На остальные вообще не давит. Это буддизм, это его, да? Да. А, да. Вперед, японец, к победе. Блин. Что тут можно? Инженера заберите, Япония, турок, чей там инженер? Там, кстати, был неплохой инженер, можно было попробовать купить. Плюс 3 производства давал. Привет. Так, сколько там? Союз еще. 338 долбей, между прочим, стало. Да, мне уже все равно. Шоколад, оливки на киты и янтарь, и 10 алюминия. Финикия, предложение. Чем тем моя нефть? Турок, предложение. Понял, это долго союз вообще свелся. Да. Ну что, можешь объявлять войну? Раз ему объявишь войну. Вообще, японцы-то надо сколько? 2 города до победы? Не получилось. А почему так? Должен же был объявить войну. В смысле, ты объявил войну вроде, нет? Ну я тебе объявил, а японцу, он же должен как союзник был вступить в войну. Так не работает. Да, так не работает. Если там не прошло еще количество ходов необходимое, то не объявится. Не объявится. Обычно в дружбе, когда не объявляют. Вон, через меня бегут апостолы японцы. Дави их! Да мне нечего. И я не могу давить, я с ним вдруг. Варвары вообще трындец.
сегодня какая-то, блин, реальная игра пиратов. Все у меня все грабят. А сколько скампов мне дают? Я что-то там 180 голды, что ли? Не запомнил. Может, блин, хотя я 600 золота в ход получаю. Довольство во всех городах за двумя и более. Бонусы соседства. Давайте вот это поставим. Да, производство добавить. Леша, а ты чем занимаешься? Странный вопрос. Считаешь, надо ответить, да? Ну, мне просто интересно, блядь. Я посмотрю, ты в ядерке идешь? Да. Кстати, а что с ураном? Идет к победе, он везет уже, наверное, на подводных лодках ко мне. О, уран. И все? Че, он принесет ему твои города победу? А, вот да, авианосец уже подъезжает. По-моему, для ядерного оружия нужен уран, насколько я знаю. Ну, он авианосцами ко мне уже подъезжает. Но я просто не вижу у него урана. Да, уран только у меня. Не, у меня тоже есть. Сегодня у меня тоже есть. Но тоже не обработан. Надо купить сюда посела. Ну, я понял, что у тебя есть 5 ходов, чтобы добежать до меня. Почему 5? Уже меньше ж вроде, нет? Объявить войну, повод для войны, купно через переходы, ну да, 4. Так что беги быстрее. Просто такой забег. Побыстрее. Ну, кстати, есть небольшой шанс, хотя, ну вот один город, допустим, я вижу, да, а второй далековато будет, как легко. Но он не те города обращает, он обращает в Барселону, там, зачем? В Барселоне два жителя. Чего ее не обратить? Она тем более обратилась. Ой, она просто отпадет сейчас. Просто есть количественные жители. Так, а из создателей религии у нас только Турук остался, да? Да, но мне японец священку подрезал, я не могу миссионеров своей религии делать. Убил моего наблюдателя. Еще одного. А, японец! Прибежал, сволочь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, на одну точку можно подвинуться. Не трогайте мирную японец, запускайте спутники. Серьезно? Я допустил, чё толк-то. Да ладно. Так, оставляем производство на ядерке. Вторая прокачка МОК снимает влияние двигателя, уже город обращен. Чего? Не понял.
Вторая прокачка Мокши начинает убивать религии, убивать чужую религию в городе. Интересный вопрос. Я не знаю. Дайте мне 5 ходов. Мы узнаем. Вот вам еще один вопрос интересный. Почему я не могу Магнуса посадить куда-нибудь? У меня типа есть назначить. Только город игнорирует влияние религий, не основанных игроком. А если у тебя уже город? У меня, короче, губернатор умер. Я не могу его никуда посадить. Ну, 131 ход, он уже слишком стар. Да. Но я считаю, это все технические проблемы. Надо скрапать, короче. Ладно, шучу. Блин. Книги все плавают. Это я всю территорию открыл, кстати. Магнус реально никуда нельзя назначить. Ну, может, тебе его реально только-только выбили из... Да нет, он уже ходовка. Чёрный. Тут не пишется, тем более, что можно его... Во-первых, он у меня был в городе, который разрушили. А, я хотел разрушить производство, да? Так. По-моему, с тех пор я его не могу назначить. С подруин его забыл вытащить. Отправляй поисковый отряд. Разведчиков с кошками. Ну, для атомных бомб оставляю. Производство. Проект Манхэттен, 5 ходов. Я думаю, что к этому моменту я уже поставлю здесь город. Сколько там? Ну так сколько компонент дает? Один ход. Сейчас, погоди. Блять, опять погоди. А Финикийс вроде утонул. Японец самый незаметный человек в мире. Так идет еще в обход просто. Сверху от Матарама. Ну да, 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 просто. А, я вижу юниты Японии, что ли? Около Кордовы, да. Не, он вполне может успеть победить. Вполне. Чё ж ты до Вавилона тут плыть, хер знает сколько. У Вавилона защита 86, как бы. Ну нет, какие еще? Брюссель. Брюссель, Анкара. Брюссель я не заплачу, он на другой стороне. Ой. Барселона отпала, все. Конечно, я подсветить его. Если бы мне кто-нибудь подсветил бы тогда, да. А четвертая религия чья? Какая? Иудаизм? А, основатель Финикия, иудаизм, да, Финикия. Да, он, тебя тоже подрезали, да, священку? Да, конечно. Я пока с этим воевал, я и... Пивал там посмотреть, что там делается. Слушайте, а я вот типа, если вы основываете религию, чего вы их не распространяете никак? То есть в чем тогда идея основания религии? Лёш, мне некогда было, я воевал. У меня
Не на это внимание было фокусировано. Потому что она основалась, когда я именно воевал в Индонезии. Ну вот я тоже что-то отвлекся и все. Если смотрю, священки нету. Да, уже будет. Опять придется спасать весь мир папки, да? Ну ладно, все спасет. Ты, папка, в следующий раз мир не заключай просто, и спасать ничего не надо, да? Я не заключил с ним мир, я просто, ну, как бы, даже дружба. Я думал, просто механика такая, что ты можешь заключить, например, мир, и все, как бы, и дальше ничего не делать. Я сейчас сказал, я не заключил с ним мир, я заключил с ним. Ну, вот, блин, я имею в виду дружбу. Соло как первый раз играет. Я не знаю, у меня таких ситуаций просто не было. Что, скините мне деньги на юнитов. Ну я следующим ходом войну сам объявляю Японии. А, ну тогда ладно. Просто следующим ходом, наверное, если у меня не будет юнитов, меня обратит. Ну, сколько тебе дать? Ну, у меня есть они тут, в принципе, давай посмотрим. А, ну здорово. 4 хода ты ничего от меня не получишь. Молодец. А, замечательно, точно, я же со всеми воюю. Как здорово. Ну, я попробую все варианты. У японца попроси денег. Японец, дай денег, что тебе? По-братски, дай денег. Давай, союз, и я тебе дам штуку. Так продаются игры за штуку. За виртуальные. Военный союз, давай. Подожди, давай я тебе кину тогда его. А, успел убить это. А чё второй не убивается? А, я не пойму, почему второй авиан не убивается. Все, хорош. Вот я не понял, я почему-то одного убил, второго она вот спустился, вроде там штраф. Блин, у меня что-то юниты перестали ходить. Нормально? Все, японец выиграл. Все, выиграл религию. Да, отлично. Все. Я же говорю, поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Вторая религиозная победа в Gathering Storm. Да, ну, блин. Я считаю, что как бы те люди, которые основывают религию, они должны ее как бы основать, что-то сделать. И нахера основать кучу религии и ничего с ней не сделать? Блин, я отмёкся на пару ходов такое ощущение, и все, и уже у меня был освященный город в буддизме. Мне тоже некогда было, я воевал. На меня вероломно напал Индонезии, пока я пытался как раз японца и убить. Я к нему плыл. Ну, слушай, ну, подожди, финикиец, ну ты же основал религию явно не в тот момент, когда ты пошел японца захватывать. Это же было давно. Я основал уже, когда на меня напал этот, и мне пришлось отвалить от меня. Врет, потому нет. Что это был новый век, и ты не мог основывать. Я не знаю, что там было, но... религию после того, как захватили испанца, потому что после испанца появился иудаизм. Да, ну там оно еще сколько-то капало на пророка, не забывайте. Да, и, конечно, вы этого испанца, испанца вырезали, надо было хотя бы испанскую религию как-то разносить тогда, не знаю. Я просто видел, у кого религия основана, я сразу шел ее вырезать, чтобы сопротивление в дальнейшем не было. Ну, слушайте, мы, по-моему, о религиозной победе говорили еще за ходов 20-30 до этого. Почему вы с ним продлили союз, я не понимаю. Я объясню, я с ним заключил союз за расчета того, что я буду нападать на Финикию. Но на самом деле, опять же, Соло, ты все
испортил. Я заключил союз с японцем. Короче, да, соло. У меня был союз с Финикией. Я думаю, мне надо перекидывать куда-то караван. Я хочу напасть на Финикию, надо объявлять тогда союз с японцем, буду к нему посылать караваны, я в это время захвачу Финикию. Тут, то есть, а там оставалось, да, сколько ходов еще до окончания союза с Финикией. И тут бац, соло нападает на Финикию, когда Серега, практически, а когда я... А так как ты напал, то я не хотел уже делить с тобой Финикию, честно говоря. Мне было выгодно, чтобы вы там между собой просто, ну, толкались. Явно не он тебя, не ты его не мог бы захватить. Вот, ну, я вот просто уверен. Я, кстати, не планировал в религиозную идти победу. Вот если по графику посмотреть, как у меня вера начала быстро прибавляться, так где-то с 70-го хода я только уже решил. Потому что я вижу, что я ни туда, никуда не успеваю. Короче, мы сами как бы тупанули просто. Да, Соло, ты специально этот мир заключил, чтобы побыстрее победил японец верой, вот и все. Я не знал, что нельзя войну объявлять. Короче, да, Соло во всем виноват. Я запрещаю ему в следующий раз на меня нападать под любым правом. Я в следующий раз прям сразу буду идти в войну. Да нет, ты просто в следующий раз вообще не нападай ни на кого, и может быть... Да, просто не строй стены в следующий раз. Нет, смотри, просто у меня как бы там ромашка была четкая, она просто к 50-му ходу вставала, у меня были все караваны, у меня города развивались бы, и все. И тут просто приходишь ты с непонятной атакой своей, всю игру мне как бы, ну, обкакиваешь. Ну, я, конечно, темп догнал потом, но, блин, уже все. То есть я бы так всех уже, там, я не знаю, впереди был. Зай, во всех играх что-то... А то получилось, что вот такие пироги. Как бы в дальнейшем, ну, а что мне смысл на турка захватывать? Надо было на тебя нападать. Ну, вот напал. Ну, вот, стоишь. Ну, быстрее бы получилось, он же дает на выбор. Да, пока. Там у него еще Ереван мог быть. Ладно, спасибо всем, спокойной ночи. Спасибо за игру, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!